Приветствую подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня начинаем монтаж теплицы арочной. Это я. Разложили брус, там будет теплица стоять. Арки и торцы. Закончили монтаж теплицы арочная 3М. Габариты теплицы 3 в ширину метра, в длину 6 метров. Шагом метр можно сделать любую длину. Сварена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, в торцах 20 на 40. Полимерно-порошковое покрытие, цвет шоколад. Фундамент брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Все соты защищены торцевым профилем, перфолентой. На торцах уплотнительная резинка. Козыречек. В этом торце дверь с форточкой. Дальний торец глухой, только форточка. Также в теплице установлены укосины для большей жесткости конструкции. И 4 нитки системы подвязки. Ну и коньковая фармуга ручного откалывания. Два положения. Цепочки. Все качественно и красиво. Также на участке стоит такая же теплица нашего производства. Ставили 2 года назад. Состояние идеальное. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх. Всем пока!